Торжественная церемония открытия и начало первого этапа конкурса. Зорничникам предстоит пройти конкурсное задание «Ратные страницы истории» и представить визитные карточки своих команд. В целях патриотического воспитания ежегодно в городе Петрограде у нас проходит военно-спортивная игра «Зорница». В этом году участвуют команды из 11 общеобразовательных организаций. Командам предстоит пройти 10 испытаний. За несколько дней «Зорницы» участникам предстоит показать свои умения в военно-спортивной подготовке, многоборье, историческом конкурсе и пожарной эстафете. Капитан команды 17-й школы Настя Рыжова говорит, что они не первый раз успешно принимают участие в «Зорнице» и хорошо знают секрет победы. Обращаем внимание на разборку-сборку автомата, обращаем внимание на физподготовку. Я считаю, что для победы нужна сплоченная команда и хорошая подготовка нужна. Заключительный этап «Статин в строю, силен в бою» традиционно пройдет на площади Советов. Мероприятие запланировано на 7 мая. Татьяна Елисеева, Константин Белов. «Наше время».